Так, ну мы попали на бизнес-ланч. Салат, пиццу и карбонара. А вот этот торт нам достался бесплатно. Там произошел казус небольшой с Таниным салатом. Я всегда любил сладкое. И продолжаю это делать. Но я похудею. Обязательно похудею. Вот уже скоро. Был насыщенный, интересный день. Мы в магазине покупаем реквизит. Мы не можем пройти мимо какой-нибудь кафешки. Так что мы... Да, время обеда мы хотим есть, поэтому мы идем в Гринвилла пиццу. Ням-ням. Ням-ням. А Вика только и рада оказаться ням-ням в Гринвилле пицце. Так, ну мы попали на бизнес-ланч. Поэтому выбираем. Поэтому выбираем два бизнес-ланча, Вика что-нибудь накормит. Выбрала? Да. Что ты будешь брать? Салат, пиццу и карбонара. Понятно. Второй бизнес-ланч. Салат «Цезарь», пиццу... Какую? Пепперони? Корова. Подноси руку. Мать. Ну, я тебя дождусь. Вика попросила принести ей карандаши, да? Хорошо, когда в кафешках есть все для детей. Да, там он игровалка есть, но она платная, поэтому Вика просто решит бесплатными карандашами. Вперед всего пиццу принесли, потом пиццу мы уже доедаем. Не дождались мы супа. Видимо, это интересно. Так, я уже, правда, съел кальмары. Нет, есть вот кальмар, у меня салат с кальмарами. Ну, некоторых я уже съел. У Тани цезарь, а Вика пиццу доедает. Ждет карбонару. И суп у нас вообще-то еще. Кстати, да. И еще чай. Так что еще поедем. Кусочек тортика надо сфоткать. Да? Подожди, Вика, не ешь. Надо сфоткать кусочек тортика. Вот наш чек. Бизнес-ланч у нас на 730 рублей. А вот этот торт нам достался бесплатно. Там произошел казус небольшой с Таниным салатом. Скажем так, в нем было небольшое инородное тело. Поэтому Тане сменили салат и в качестве извинения принесли торт. Ну ладно. Будем считать, что мы не расстроились. Так, юный художник, пора домой собираться. У тебя классно получилось. Ну все, поехали тогда, надо работать. Тихо, подскочила. Вместо выхода у нас Викулька. Макс у нас собрал всю молочку, какую мы могли найти в холодильнике, вытребовал все, йогурт, что тут, творожок. И вот мы себе сделали творог, и он тоже загробастал, да? Вот он. И там ест, и тут ест, и йогуртом все это запивает. Не знаем все эти спорные моменты с полезностью или неполезностью молочки, но в данном случае парень это все ест с удовольствием. Арбузик. Ты, Вика, кухонный гарнитур снимаешь? Или папу? Папа. А у нас сегодня Вика стала кем? Львом. Лайонсом. Она была Джегуар. А сегодня их посвятили в Лайонсы. Мы сказали, давай купим торт. Мама говорит, хочу Наполеон.
А Вика пусть купит то, что захочет она к чаю. И Вика выбрала странный батон. Вика больше за бутерброды. Да, она больше у нас по бутербродам, нежели по тортам. Бутербродик с колбаской. А я всегда любил сладкое. И продолжаю это делать. По тебе заметно. Ну я похудею. Обязательно похудею. Вот уже скоро. Я уже... Сегодня у нас рядом, пятница, да? Вот с понедельником как раз. Начинаем заниматься этим вопросом более плотно. Еще 2 дня у нас есть, чтобы менее плотно этим заниматься. С понедельника плотно займемся. Поэтому вот я вот буду вот это есть. Ну, только после того, как поем тортик. Макс, ё-моё! Макс, ты нам вернешь, нет, наш ее этот творог? Мы ведь творог хотели поесть. Вообще, тут просто это страшное дело. Это страшное дело. Как-то надо это все дело отобрать у него. Ну все, всем приятного аппетита. Постоянно такая тема, и не знаешь, выходить или нет. Ты смотрел на балконе? Да, я смотрел на балконе. Не, не снимай, только ладно. А то я тут, типа, работаю. Я уже начинаю делать, человек сидит. Я потому что вышел на балкон, посмотрел, там все нормально. И откуда дым не идет? Просто кто-то опять, видимо, в мусоропровод выкинул неаккуратно пыльный мешок от чего-нибудь там. Так, ну что сказать? Суббота. Семейство. Да. С утра уже Татьяна успела съездить к зубному. Это часто отдельно. Во влогах, мне кажется, слышит. Татьяна съездила к зубному. Ну, Татьяна хватит. Съездила к зубному. Нет? Ладно. Ну, в общем, утро прошло у нас обычно. Татьяна съездила к зубному. Вот. Вчера мы камеру забыли. Вчера вот ездили в офис, там кучу дел делали. Везде был насыщенный, интересный день. Но мы вам его не покажем, у нас не было с собой камеры. Вот. Это останется за кадром. Да, ну может станет там, как у Тани было плохое настроение там с телефона. Ну может и нет. Таня монтажер, потом ей решать, что там будет. А сейчас едем до магазина по делам. Макс у нас еще не спал, поэтому надеемся, сейчас уснет. Крошку жизнь. Еще надо сделать. А крошку надо. А-а-а. Я с утра сварил, кстати, супчик. Сайрой дети съели по 2 тарелки. Всем рекомендую. Легко варится. Рецепт покажу. Вообще-то Танин суп. Это я у нее подглядел и теперь выдаю за свое творение. Ну ладно, все, мчим. Надо рулить. Мы в магазине покупаем реквизит для съемок. Искали во всех детских магазинах, купили в Леруа. Показывай, что ты тут купила. Вики, мы купили. Ну вот, интересно, ящики сейчас будем собирать для викиных игрушек. Взял, понес, молодец, правильно, правильно, в детскую. Это в детскую надо отнести. Молодец, умники. Давай, давай, неси. Молодец, молодец. Только туда не надо, здесь надо оставить. Вот сюда. Да, тут вот вываливаются уже ящики. Да такие же они твердые были. Изначально. Ладно, будем сейчас еще не такие же. Но они вообще другие, ручки у них другие. Все. Тебе нравится коробка? Мне кажется, стало больше. Надо просто утрамбовать хорошенько. Look me in the eyes, see our hearts collide. This can only up
год они нашли свое место. Другие, у них ручки другие. Ну все, у нас появился желтый цвет. Че? Вика, у тебя есть какое-то объяснение тому, почему ты так одета? Ага. Где-то шуршала, приходит, и вот такая вот она. Угу. Я, говорит, на лыжах по-зимнему. Ну, для начала надо было штаны одеть. Зимний лыжник.